не виделись. Игрушка Raid Shadow Legends. Всех давно мучает вопрос, как пролезть в Золотую Лигу 4. Способ. Ну, так как-то все. Нужно обновлять список. Обычная арена, вот, списочек. Обновляете бесплатно. И вдруг натыкаетесь на страничку с ботами, так называемыми пресловутыми. Вот они, боты. Только не надо рубинчики тратить. Зачем? Вот. Вот так вот. Листаете, целый день сидите, листаете, ночью сидите, листаете. Через каждые 15 минут нажимаете эту хрень, и наконец-то выпадают боты. Только не надо вкладывать деньги в игрушку, ну не надо. Оно того не стоит все равно. Для чего вот это все нужно? Чтобы получать медальки. Пролезть четвертую эту самую лигу золотую, чтобы получать за каждый бой 4 медальки. Арены. Золотая медаль арены. Чтобы открыть все уровни большого зала, нужно выиграть в Золотой Лиге 4. 25 650 раз. Если выигрывать по 12 раз в день, на открытие большого зала понадобится около 6 лет. Ура, боты на обычной арене выпали. 12 штук. Вот они, 12 штук выпали. Вот это вот медаль. Золотая медаль. 4 штуки. За каждый бой. Видите? Отвалили. А нужно? Жуть, сколько нужно. Вот. Зачем это все делается? Для того, чтобы открыть плюшки большого зала. Вот большой зал. Вот плюшки. Вот они, плюшки здесь. Вот, видите, золотые, 600 серебряных или 300 золотых, тра-ля-ля. Ну, если исходить из того, что понадобится 6 лет, чтобы это все открыть, или платить жуткие деньги, то лучше открывать, на наш взгляд, вот эту вот линейку и прокачивать только таких героев. Тьмы. Тьма. Shadow Legends называется же. Легенды тьмы. Вот она, тьма. Вот. По элементу. Вот они, тьма. Тьма это 1000. Сотник, начальник над сотней, темник над 1000.
понял, да? Чтобы пролезть четвертую ту самую и за 6 лет открыть. А я не знаю, сколько вот здесь вот дают. Сколько здесь дают. Можете написюкать в комментариях. Писюкай нам. Вот эту вот эту лигу, как-то даже называют. Неизвестно, как называется. Ага, платиновая лига. Сколько дают медалей в платиновой лиге? Вот в чем вопрос. Здесь вообще таких медалей нет. И места для них нет, платиновые медали. Постепенно нажимаете и на автобой проходите это все, включите автобой. Ну какая удобная штучка появилась. Убивайте ботов. Еще слиток для кузницы, наверное. Единственное, на что имеет смысл потратить рубинчики, это на что? Позволяет создавать артефакты в кузнице. Магия сталь. Магическая сталь. Так. На что стоит потратить? Это вот на это. На эти штучки. На эти штучки. Жетоны обычной арены. О, 40 рубинчиков стоит. Если выпадут сразу много ботиков, значит прокачивать этот большой зал. Зарабатывать по 4 медальки за бой, за выигрышный бой. Медальки. Зарабатывать. 40 рубинчиков стоит 10 жетончиков обычной арены. 10 боев можно провести с ботами. Бывает, попадаются охоты не 12, а 4 или 2,
или один бот вообще на страницу. А бывают вот это все не боты, не боты, не боты, и вдруг бац, и один бот. Один герой только. Его тоже можно легко забить. Как вам это? Тоже боты бывают. Это же боты. Господи. 632. 632 тысячи. Типа всех команд. Честно, команда 3, а в одной 200 может быть сила. С хвостиком. Ну ладно. До новых встреч в эфире. Кстати, в следующей встрече будете проинформированы заблаговременно. Шутка. Не будете проинформированы. Даже если лайкните, не будете. Даже если подпишетесь и прокомментируете, не будете проинформированы. А до дальнейшей встречи. Ближайшей. Как мне кольнёт.